увидите, что коллективный разум выдает огромное количество таких идей, которые, наверное, одному человеку в голову прийти не сможет. Если вы немножко научитесь продумать свои шаги и смотреть всегда под ноги, а смотреть чуть дальше, тогда я думаю, что у вас в жизни будет все успешно. Одни будут сидеть как эксперты за столами и выдавать идеи, а другие будут ходить по командам и собирать идеи по определенным темам. Данный семинар нам дает новое знакомство, общение, мы узнаем новое, воплощаем свои идеи, в дальнейшем, возможно, воплотим их как-нибудь в жизнь, в реальность. Ребята учатся структурно мыслить. Сначала они методом мозгового штурма находят идеи, которые они могли бы реализовать. Впоследствии мы уже во втором раунде выводим их на метод структурной логики, на проектную деятельность. И, естественно, я их направляю на волонтерство, на вовлечение в общественную работу. У меня в планах было стать организатором, но мне не хватало опыта. И я считаю, что нужно как можно чаще посещать такого рода семинары, чтобы узнать как можно больше. Мы учимся писать проекты. Проекты, которые могут быть не обязательно глобальными или очень большого иметь значение. Найти себя вообще в коллективе, как реализовать свои какие-то творческие потенциалы и спортивные потенциалы. Многие боятся именно работы в команде. Я хочу, чтобы они научились не бояться общения и преодолели стеснение, как сейчас мы это делали на тренинге. Мне понравилось писать план организации мероприятия, работа в команде, коллективное обсуждение, позитивная, очень была атмосфера. Те знания, которые я получаю на этих семинарах, мне понадобятся в дальнейшем для организации праздника кого-либо. В результате вот молодежь, она, например, эти проекты потом может вовлечь в дальнейшую свою жизнь, научиться проектировать и найти себя в этой жизни. А людям более старшего возраста, им хочется общения. Соответственно, они могут планировать свою деятельность, где бы они хотели общаться, где бы они хотели проявлять свою активность. Метод проектной логики вам понятен? Да. Поэтапно делаем шаг за шагом, смотрим, чтобы не было рисков, да? Форс-мажоры закладываем. Вам понравилось наше мероприятие?